Будем тогда вообще во всех главных соцсетях. Телеграм, Ютуб и Фейсбук. Так. Отлично. Может, заканчиваем книгу «Сад благодарности» и скоро начинаем следующую книгу. Я вам предложу вот прям буквально на этой неделе, я думаю, предложу уже варианты, чтобы мы выбрали вместе. Расскажу про книги, которые у нас есть. Варианты изучать. И, значит, начнем следующий цикл урока. Все, на этой неделе буду вам предлагать книги. Итак, все, надеюсь, что меня хорошо видно, хорошо слышно, все работает, слава Богу. И книга «Сад благодарности». Многие спрашивали, что за книгу мы изучаем? Вот она называется «Сад благодарности». Рав Шалом Аруш. «Придите во врата его с благодарностью». Есть такой отрывок в псалмах. Так, хорошо, 107 урок. Здесь Рав Шалом Аруш, он нам продолжает. Еще раз, вот смотрите, есть Тора. Тора — это учение. Тора — это учение, которое получил Моше Рабейну, Моисей на горе Синай. Получил весь еврейский народ, дарование Торы, когда вышли из Египта. И Тора — это учение, которое свет, которое от Всевышнего Создателя, Творца Мироздания, пришло в виде в начале Пятикнижия, пять книг письменной Торы, да, называется Пятикнижия Моисея. Это письменная Тора, пять книг, значит. И Моисей ее записал, и он получил устную Тору от Бога. Это он получил, он был пророк, он как бы в себя впитал, в свой мозг пророк, он получает знания. Он его не думает, и не выдумывает, и не открывает. Он его получает. Пророк — это тот, кто получил знания прямо от Бога. И вот Моисей, он записал письменную Тору, и устной Торе он 40 лет обучал еврейский народ, и так он передал все вот это знание, передал еврейскому народу. 40 лет длился тренинг. Такой был, знаете как, человек в институте учится сколько там, 5 лет. И он то учится, то не учится, то учится, то не учится. Они в пустыне кушали ман 40 лет. Кушали ман и учили Тору. Это у них был такой тренинг личностного, духовного роста, ретрит продолжительностью 40 лет. Когда говорят, что они ходили по пустыне, это неправда. У них было всего лишь в пустыне, насколько я помню, 39 остановок. По-моему, 39 остановок за... Или 29 остановок. Вот я, чтобы не соврать, но точно не больше, чем 39, но и не меньше, чем 29 остановок. И были остановки, на которых они находились 10 лет, например, да, то есть так, чтобы они все время ходили, такого не было. Остановка, сидят, потом облако встало, облачный столб, пошел, они идут за ним. То есть они тренировались на протяжении 40 лет, даст Бог день, даст Бог пищу, не волноваться за материальное, вообще не волноваться. То есть если вы хотите проверить, насколько вы... соединены с Богом, то это один из главных таких, как сказать, главных признаков. То есть тот, кто уверен в своей связи со Всевышним и понимает, что есть личное провидение, и даст Бог день, даст Бог пищу, что Бог заботится о всех своих созданиях. Это первое. И вот они это тренировались, ман выпадал каждый день. Второе, что они тренировались, это они учили постоянно Тору, соблюдали шаббат, в шаббат ман не выпадал, то есть у них вот 40 лет они приучались и идти за Богом, да, то есть что не волноваться, куда Бог нас ведет, как, что будет завтра, как будет завтра. Поднялся столб, они лагерь, оп, собрали и идут. Куда идут, не знаю. Столб остановился, они лагерь разбирают. Было несколько случаев за вот эти 40 лет, что всего лишь там день-два они простояли на месте, стол поднялся, они пошли. Опустился, 42 остановки, вот Яков напоминает, да, было 42 остановки за 40 лет, но были остановки больше 10 лет они стояли, точно я помню. Одна из остановок была точно больше 10 лет, а были остановки несколько дней, что они прямо вот поднялись, это была все тренировка, 40 лет тренировки, чтобы
воспитать народ, который помнит чудеса, верит в Бога, полагается на Всевышнего. Как Бог сказал, что я вас вывел из Египта, вы рабами были у фараона, теперь вы рабы мои, и, значит, вы мамлехет коаним, вы гой кадош, вы царство священников и народ святой. Вот вы должны, значит, соблюдать 613 заповедей и нести вот этот свет всему миру, и тогда будет в мире рай. Это как бы такая была, такой был план. Теперь вот эта Тора от Моше Рабейну. Есть очень классная книга, которая называется «От Синая до наших дней». Написал ее Рав Моше Пантелят, где в этой книге есть, на русском языке есть эта книга, она, каждое поколение прямо перечислено, имя, фамилия, у кого учился, кто были его ученики, и до сегодняшнего дня передана Тора от Моше Рабейну. Но есть 70 лиц у Торы, да, как было, например, 70 было, кого там было 70, 72 пальмы было. А почему было 72 пальмы? Потому что было 70 старейшин, которые Бог сказал выбрать Моше Рабейну, то есть было 12 колен, он взял, чтобы от каждого колена по 6 человек, и он взял, значит, жребием. Было же, если по 6, 12 колен, 72, Бог сказал 70 старейшин. И он, значит, выбрал, прямо был жребий, вытащили, 70 вытащили бумажку старейшина, двое вытащили бумажку, что они не вошли в эти 70 старейшин, но на всех на них тоже пришел дух пророчества, и они стали пророками. Но так как есть 12 колен, как 12 типажей, 70 старейшин, есть 70 лиц у Торы. И вот то, что мы сегодня изучаем, это одно из лиц Торы. То есть это такая методика, которая позволяет приблизиться к Богу через любовь, через благодарность. То есть акцентированная благодарность и вера, и доверие Всевышнему, которая вызывает большую любовь ко Всевышнему, и которая вызывает, по мнению Рав Шалом Аруша и тех, кто идут этим путем, вызывает у человека невероятную внутри любовь, счастье, и он попадает в рай на земле. Теперь дальше он говорит нам о смысле жизни. Мы прошлись по смыслам жизни. Он приводит, что есть три смысла в жизни главных. Это первый смысл – исправление мира. Второй смысл – исправление своих качеств. Третий смысл – это выполнение заповеди с радостью. И главный глубокий смысл – это прийти к вере, в такой однозначной, такой прям сильной вере, что нет ничего и никого, кроме Бога, что весь этот мир – это проявление Бога, и нет никакой от Него независимой силы. То есть все, что со мной происходит, это Его взаимодействие со мной. И второе, вера, что все к лучшему, что вера, что Бог меня любит и все к лучшему. Это как бы вот до этого момента. Теперь он здесь нам говорит, самая большая проблема, он говорит, самая большая проблема это значит что? Самая большая проблема. И вот тут он выводит как бы то, что самое главное это благодарить. Это одно из 70 лиц Торы. И это его как бы такая, как сказать, уникальный путь, потому что есть, которые говорят, главное учить Тору, есть, которые говорят, главное молиться, есть, которые говорят, главное делать заповеди и добрые дела, да, например, Хаббат, они за действия и, то есть разные подходы. Теперь у него, по его подходу, главное это благодарность, а страшное самое это грех разврата. Причем он говорит, что, ну, разврат, это до него еще надо дойти, чтобы, знаете как, чтобы до разврата дойти, это надо, ну, очень серьезно постараться, да, чтобы это не так-то просто. Он говорит, ну, что самое главное и самое плохое, это смотреть на голое женское тело, которое, он говорит нам такую вещь, что мысли о грехе тяжелее греха, помыслы о грехе тяжелее греха действием. И у человека, запавшего на эти отвратительные картинки, душа сгорает, сердце и мозг оскверняются и умирают. И вот он говорит, все зло от интернета, и когда у тебя есть интернет, ты очень тяжело будет от этого спастись, и значит, он говорит, что это самое большое зло. Дальше он это объясняет, вот сегодня 107 урок, он говорит, смотрите,
Значит, написано в притчах царя Соломона, в конце написано там, да, помните, когда Шекерахен обманет миловидность, в Эвеля Йофи, и как пар красота, и Шайра Аташем, женщина с трепетом, со страхом перед Богом, и Титалаль, она будет прославляться. И вот он заканчивает притчи царя Соломона вот этим вот, что женщина, которая боится Бога, она будет прославляться. А Экклезиаст, он заканчивает, Коэлет, он заканчивает фразой, в конце концов, все понятно, Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. И он говорит, что это, до этого он нам все время говорил про любовь к Богу, то есть благодарность пробуждает у тебя любовь к Богу, и ты, видя добро Всевышнего, ты соединяешься с ним через любовь. Он говорит, но любовь, она тебя не остановит от греха. Почему? Потому что человек, который любвеобильный такой, он тут обнял, тут полюбил, там полюбил. И он такой очень любвеобильный, и он, значит, склонен совершать те действия, которые... То есть у него такое возникает доверие ко Всевышнему, как есть известный анекдот, когда человек, который вот он прямо верит Всевышнему и любит его, и все, и он перестает предохраняться от разных таких опасных мест. Почему? Потому что он говорит, я доверяю Всевышнему, чего буду уже сам предохраняться? Всевышний меня охраняет, я его люблю, он любит меня, у нас с ним прекрасные отношения, почему я должен еще что-то бояться? То есть он может уйти вот в эту вот слишком вот такую вот уверенность в себе. Мы знаем, что великий праведник Яков Авину, праотец Яков, которому Бог дал личное обещание, что я буду тебя охранять. Но в какой-то момент, когда он возвращался уже с женами, с детьми, и на него навстречу шел Исав, его брат, с 400 воинами, написано, что «Вайра Яков, Вайцарло». И испугался Яков, и стало ему царь, это как стеснило его, да, как попал он в теснину, ну, тоже испугался. Почему, говорят? Потому что он боялся, Бог ему дал обещание, что он его будет охранять, а Бог ему не давал обещание, что он его жены и детей будет охранять, например, да? И Яков боялся. Но есть люди, которые перестают бояться, они так уверены, что Бог их любит, что они перестают обращать внимание на запрещающие заповеди. И здесь он говорит, если человек богобоязненный, этот страх Божий хранит его от греха. То есть страх вот этот вот Божий, он является предохранителем, который не дает человеку согрешить. И в притчах царя Соломона написано, значит, сказал царь Соломон так. «Счастлив человек, ашрей аиш мифахет тамид». «Счастлив человек, который пугает себя всегда». Не написано «похет» – «боится», а написано «мифахет». Это как бы форма глагола, когда ты прикладываешь действие кому-то. Значит, «счастлив человек, который пугает себя всегда». Получается так. Человек, например, он говорит, я Бога люблю, Бог любит меня. Я уверен, что даст Бог день, даст Бог пищу. Все к лучшему, все только будет хорошо. Но теперь он говорит, секунду, а вдруг я где-то ошибусь? И он себя пугает. Да, вдруг я где-то ошибусь. Не-не, мне нужно быть осторожным, нигде не ошибиться и так далее. То есть в этом случае нужно включить вот этот вот страх. И он говорит, что так, о чем вам еще нужно, какие вам нужны доказательства, что нужно предохраняться глазами и не смотреть на вот этих голых женщин или там полуголых. Он говорит, есть же 10 заповедей. Говорит, куда далеко ходить? Самое то, что знают все, то, что прямо является такой аксиомой, да, аксиомой, то, что Бог сказал, это 10 заповедей. Теперь, какая там есть заповедь? Там есть заповедь «Не возжелай жены ближнего твоего». И два раза в день мы говорим «Шма Исраэль» и не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами. Он говорит, вот и все, вот вам доказательство. То есть если человек, мужчина, да, он прежде всего обращается к мужчинам, если он богобоязненный, он боится приступить волю Всевышнего. А если он ходит, значит, ходит, смотрит сейчас по современной улице, вот он смотрит, например, на какой-то плакат, там полуголая женщина рекламирует чипсы, например, да, или там мобильный телефон. Ну, почему-то вот они берут именно этих полуголых, чтобы они все рекламировали.
И он, значит, смотрит на нее такой, да, и так вот он просто посмотрел на улице, и такой вот прямо, ну, даже он не контролировал себя, на автомате он что-то там про нее подумал, да, оп, а она замужем, а он возжелал, проблемка, серьезная проблема, то есть он, а он шел на какую-то сделку, какое-то у него дело важное, ну, какое-то было важное дело. И он идет и просит: Бог, помоги мне, пожалуйста, чтобы у меня все получилось, прям, чтобы мне вот так повезло во всем. А он только что нарушил волю Всевышнего. Это как тогда, вот представьте, если просто как метафора, как сравнение. Человек вам говорит: ты знаешь, для меня важно, чтобы мне, ты не опаздывал. Вот не опаздывай, пожалуйста. Ладно, это для меня принципиально важно, прям я тебе конкретно говорю. Кто опаздывает, я уже после этого, меня это прям... Вы не могу, просто для меня это неприемлемо опаздывать. Вы ему говорите: хорошо, я понял. Он говорит: запиши, вот это важное мое правило, не опаздывать. Вы говорите: записал. Потом вы идете к нему на встречу занять у него денег. И опаздываете на полчаса. О, и приходите, говорите: слушай, ну я опоздал. Он говорит: так я же тебе сказал, что нельзя опаздывать. Ну слушай, это, ну сказал, мазал, это такое дело. Ты мне денег займи. Ну, понятно, что это нелогично. Поэтому он говорит: смотрите, все вот эти вот любовь к Богу там и так далее, и все ожидания от Бога каких-то счастья, он говорит, все рушится. Почему? Потому что человек, который нарушает конкретно заповеди Всевышнего, он, ну, как бы перекрывает себе вот это все благословение. Вот, и он прямо так и пишет: пусть каждый спросит себя, зачем ты смотришь на что-то, не принадлежащее тебе? Зачем желать того, что тебе не принадлежит? Ты богобоязненен, а ты не боишься приступить, сказанное в 10 заповедях? Это то, что касается мужчин. Значит, а что женщин касается? Женщина же, у нее нет заповеди, чтобы не возжелать чужую жену, правильно? Но, вот смотрите, что он говорит. Он говорит: а женщина, спроси себя, а почему ты ходишь в нескромной одежде? Чтобы на тебя смотрели чужие мужчины? Чтобы тебя возжелал кто-то чужой, это тоже преступление. Есть преступление, а есть побудить другого к преступлению. Например, если человек кого-то убивает, да, его спрашивают: ты чего его убил? Он говорит: ну вы знаете, я не хотел его убить, честно скажу, но мне заплатили за это. Ему говорят: в смысле заплатили? Он говорит: ну у меня там денег не было, нужны деньги были, мне заплатили, чтобы я этого убил. Я его знать не знаю, видеть не видел. Конечно, того, кто убил, его садят в тюрьму, правильно? Но того, кто заплатил, тоже садят в тюрьму. Теперь получается, мужчине нельзя смотреть на женщину раздетую. Но если женщина раздевается специально, чтобы на нее посмотрели, получается, что она провоцирует его на нарушение. Да, можно, конечно, на нем ответственность, а не на ней. 100% на нем ответственность. Но она-то спровоцировала, да, это то же самое, что тот, кто заплатил, он скажет на суде, он скажет: ну, товарищи судьи, граждане присяжные, я ему заплатил, согласен, но он же знает, что нельзя убивать, меня за что садить, у него же есть закон, он знает, убивать нельзя за убийство, он сядет в тюрьму, надо было ему отказаться. Ему скажут: мы его судим отдельно за то, что убил, а тебя судим отдельно за то, что спровоцировал, заплатил. То же самое он говорит женщинам, что вы, конечно, подумайте, прежде чем нескромно одеваться, подумайте над тем, он говорит о духовных вещах сейчас. Дальше, и он говорит: смотрите, но вот это вот, он говорит, это же тупость возжелать и потерять из-за этого реальную жизнь, да? Почему? Потому что когда ты смотришь на все эти картинки, ты же ничего не получаешь, ты просто себе замутняешь свои каналы связи со Всевышним. А по факту, что ты получаешь? То, что ты теряешь, он перечисляет. Теряешь радость, святость, богобоязненность, связь со Всевышним, способность молиться, теряешь мудрость, утрачиваешь память, забываешь изученную Тору, теряешь возможность найти пару, а если жена восстает против него. Он теряет своих детей, утрачивает заработок, у него исчезает всякая радость жизни. Это те, кто смотрят вот эти все там порно и так далее. Теперь... Но он говорит: а что ты находишь? Ты же ничего не находишь вообще. Это говорит, вот это чистое сумасшествие. И это, как он говорит, это происки злого начала, которое нужно от этого очень сильно беречься. Он пишет: главное испытание мужчины в этом мире – страсть к разврату.
основа разврата в глазах. Поэтому каждый мужчина должен самоотверженно бороться за сохранение своих взглядов в чистоте, в особенности своими молитвами. Об этом и нужно молиться, чтобы держать глаза в чистоте. Теперь здесь очень интересная такая вещь. Ну, конечно, для современного человека это звучит дико. То есть это звучит дико, а что здесь такого, а что здесь плохого, а как это теперь? Но что говорит психология? Современная психология, которая все изучает, меряет, проводятся огромные сейчас исследования, она говорит, что соцсети – это то, что больше всего делает людей несчастными. Представляете? Как, спросим, это сейчас все в соцсетях, мы с вами общаемся, вот Facebook, вот Telegram, ну Telegram – это мессенджер, и YouTube – это соцсеть тоже. Как соцсети делают нас несчастными? Я вам прямо, это конкретное исследование, чисто психологически, к религии не имеет никакого отношения. Значит, мозг человека, он имеет свойство сравнивать себя с другими. То есть, это как бы все, что мы знаем, вот спроси человека, это вкусно? Он скажет вкусно. Другого спроси, невкусно? Невкусно. А почему одному вкусно, а другому невкусно? Потому что один сравнивает с... Например, вот эту еду, он там неделю не ел, а до этого неделю ел, был в армии, там еще где-то, и потом ему дали мороженое, он говорит, это вообще райский вкус, да? А другого спроси, это вкусно, он скажет, невкусно. Почему ему невкусно? А он до этого неделю питался там в мишлиновских ресторанах, значит, жил на деликатесах только и так далее. Ему теперь эта еда, она ему невкусна. Теперь, то есть, чтобы... понять, красиво, некрасиво, вкусно, невкусно, нравится, не нравится, мозг все время сравнивает, все время он сравнивает. Теперь, что обнаружили ученые-психологи? Что в соцсетях люди показывают свою самую красивую, самую такую, выбирают лучшие фотографии, фильтрами их там смазывают, ловят какие-то кадры, чтобы показать другим, что как у него все хорошо. То есть это не его нормальный образ жизни. Это то, что он хочет показать, самый такой яркий, яркий такой вот момент. Теперь смотрит человек в соцсетях, смотрит ленту, листает, видит. Этот смеется, этот улыбается, этот в Париже, этот в Милане, этот машину купил. Этот, значит, на берегу речки сидит, задумчиво медитирует. Это там... Та с танцев пришла, а эта на танцы ушла. Человек сидит и думает, а что у меня за жизнь? Ну что у меня за жизнь? Я дом, работа, работа, дом. Эх, я что-то не... Плохо я живу. И все, и он сидит несчастливый. То есть просмотр соцсетей у человека прям конкретно ворует счастье. Если взять там 10-бальный уровень счастья, ну такой в среднем, то где-то половину, вот у одного там 7 было, смотрит соцсети, стало 3 или 4 уровень счастья, такой средний. Вот, поэтому, конечно, то, что нам Всевышний в 10 заповедях сказал, значит, сказал он нам, не возжелай того, что тебе не принадлежит, это как раз очень хороший, не просто запрет, это совет. Потому что если ты возжелал то, что у ближнего, то ты тогда обесценил то, что у тебя. А ты обесценил то, что у тебя, так ты и свое потерял, и то, что у ближнего есть, не получил. И что ты выиграл? Это называется лысый с двух сторон. То есть и тут не получил, и там не получил. Это как люди разводятся. У меня один знакомый, он развелся. И он, значит, развелся, ну, говорит, ну, жена хорошая, все. Ну, как-то вот, ну, нет уже любви той прежней, нету вот того и страсти. Откуда он знает, какая страсть? Фильмов насмотрелся, значит, может, там, Инстаграма начитался. Что значит нету страсти? Нету страсти, так сделай страсть. С чем ты сравниваешь-то? Да? У тебя же нету, кроме жены, никого. Как ты знаешь, есть страсть или нету страсти? Есть жена, ты с ней живешь. Все у тебя нормально? Теперь, но если насмотреться фильмом, или там жена насмотрелась, знаете, есть анекдот, когда жена, ну, у них портится начали отношения, и жена прочитала совет, что... Ну, надо как-то улучшить отношения, и она мужу приходит, говорит, что-то у меня пень такой вообще, у нас нету страсти, должна быть страсть в отношениях. Он ей говорит, ну, такой уже боится, потому что такая, знаете, жены такие очень активно нам воспитывают мужей, они почему-то думают, что их главная суть в жизни это воспитать мужа. И она ему говорит, смотри, говорит, вообще я мечтаю, чтобы у нас любовь была как в фильмах. Вот я прям конкретно, мне надоела наша вот эта вот серая такая
в жизнь без страсти. Мечтаю, чтобы жизнь у нас была как в фильмах. Он говорит, а что ты молчала тогда? Я говорит, ну, я только за, говорит, все. Значит, говорит, сейчас. Уходит куда-то. И тут он забегает на кухню в таком костюме из латекса с наручниками. На нее наручники одевает, к батарее пристегивает. Там ее, в общем, все как в каких-то в этих фильмах страшных. Потом он ее отстегивает через какое-то время. А она такая на него смотрит такими глазами, говорит, да, говорит, разные мы с тобой фильмы смотрим. Вообще, очень разные мы с тобой фильмы смотрим. Так вот, получается, что когда люди рушат свою жизнь, они рушат свою жизнь, потому что они насмотрелись разных фильмов. И это то, что в 10 заповедях Бог предусмотрел еще 3325 лет назад, когда было дарование Торы, что не возжелай того, что у другого. Смотри на то, что есть у тебя, и радуйся тому, что есть у тебя, развивай тому то, что есть у тебя. И не кради у себя то, что есть, ради мифического того, чего у тебя нету, того, что ты смотришь в Инстаграме, в фильмах, в журналах, которые маркетологи сидят и думают, вот как ему прямо, его, прямо зацепить его в мозг и в воронку продаж его затащить, чтобы он покупал. Это все индустрия, все индустрия. Хорошо, друзья, и сегодня у нас коротенький здесь совет Рава Зеля Гоплистина. Значит, он нам советует, вот тут называется «Your Magnificent Brain». Он говорит, смотри, у тебя есть на голове, в голове brain, это мозг, это твой прибор, который, он невероятный. Ты owner of a magnificent brain, ты хозяин такого прямо magnificent, у меня даже нету такого слова на русском, как перевести. Ну, в общем, магически уникальный brain, этот brain у тебя есть, мозг. И куда бы ты ни пошел, твой мозг всегда с тобой. Он говорит, но вопрос, ценишь ли ты эту уникальную машинку, которая у тебя есть на голове, которая узнает лица, которая умеет читать, писать, которая хранит все воспоминания, которая дает тебе возможность опознавать там, эмоции, все. Он говорит, смотри, значит, большинство людей, они все время жалуются на все, включая на свой мозг. Восхитительный, да, вот, incredible, да, такой, magnificent, восхитительный, magnificent brain. Значит, он говорит, большинство людей tend to just complain when they cannot remember something. Они говорят, большинство людей жалуются, вот, блин, что у меня за память, ничего я не помню, что у меня за голова, дырявая голова у меня, да. Он говорит, это ужасно. Мастер happiness, мастер счастья, он действует ровно противоположным способом. Он ценит силу своего мозга, и когда, значит, каждый раз, когда мозг ему дает какой-то экспириенс такой, который он получает пользу и удовольствие, он, наоборот, этим восхищается. Он говорит, это же удивительно, что мой мозг продолжает поддерживать мое дыхание, даже когда я не обращаю на это внимания. Вау! Или, это же удивительно, что я могу запомнить лица и стольких людей. Это удивительно, что мой мозг, он умеет визуализировать и может визуализировать любую сцену. Это значит, что я могу, это удивительно, что я могу читать и писать. Вот, а я вообще на английском могу. Вау, какой мозг, молодец. Да? Теперь, это удивительно, что я могу узнавать песни. Это удивительно, что я помню столько много информации. Это удивительно, что я могу, значит, создавать новые какие-то предложения, да. Я могу вкусы опознавать и запахи. И когда человек начинает вот так вот искренне восхищаться своим мозгом, то он его усиливает. То есть благодарность Всевышнему, если ее проявляет сотни раз в день, и мозг – это удивительный способ включать эту благодарность. Но мы знаем же, что человек своими словами, он создает реальность, в которой он находится. И получается здесь двойной смысл. Если я восхищаюсь своим мозгом и его работой, благодарю за это Всевышнего, у меня есть любовь ко Всевышнему, усиление здоровья, усиление своего мозга. И таким образом человек, вот у меня мама, у нее деменция, да, дай Бог ей здоровье. И она, значит, она все время говорит, вот ничего я не помню, ничего я не помню, ничего я не помню. Я говорю, ну почему ты не помнишь? Ты меня помнишь? Помню. Там постоянно, когда она что-то, ну, вспоминает, я говорю, вот сделай на этом акцент.
Вот, значит, что классно, я помню, все, память улучшается. Но она не помнит, что надо на этом делать акцент. Она по привычке делает акцент на том, что она, когда она не помнит, она на этом акцентируется. И каждый раз, как аутотренинг такой, повторяет, повторяет, повторяет. Не помню, не помню, не помню, не помню, не помню. Понятное дело, что человек может таким образом себя уговорить в чем угодно, как негативный аутотренинг. Вот, а я сейчас вспомнил же, осталось как раз до... Скоро йорцет моего отца, уже 2 года, как он ушел из этого мира. И чтобы этот урок был Лейлу Нишама для поднятия души Борух бен Авраам, чтобы было ему там хорошо на небе, и всем нашим близким, чтобы было хорошо на небе, чтобы мы учим Тору, мы создаем духовную энергию и вкладываем в них, и, значит, чтобы они там за нас молились Всевышнему в том мире. И чтобы были у нас в заслугу нашей любви ко Всевышнему, чтобы Всевышний нам дал все, что нам необходимо для счастья. Все, всем удачи, успехов, до завтра. С Божьей помощью, чтобы все было все хорошо. До завтра. Счастливо.